Ткачевского района живут самые настоящие казаки. В мирное время они не шашками машут, а следят за родными просторами, помогают возродить казачьи традиции и поддерживают порядок в жизни села. Для казаков самое главное – чтить православную веру и поступать по обычаям своего народа. Так принято и в семье ангинского атамана. Я сам спортсмен, ездил по многим городам, например, там, в Москву, в другие города, и покупал там иконы в храмах. Храмы более-менее такие, которые, ну, может, они неизвестные, но покупал и вставлял. Это из Украины у меня икона есть одна. Это, ну, правда, мне ее подарили. Это янтарная. Ну, скромненько, но со вкусом. Со вкусом у атамана и коллекция казачьей атрибутики. Причем не просто вещь, у каждой своя история, наполненная тайнами и духом казачества. Казачье оружие – это оружие 19 века. Правда, ножны реставрированные казачьи. Но это настоящие шашки казачьи. С Забайкалья привезена, подарена мне. Это бейбут казачьи, казаки, пластуны, которые ходили в разведку. Это тоже боевое оружие, но это оружие здесь было. Потому что здесь в свое время отступал генерал Капель, Капелевский, наверное, через Бирюльку ходили на Байкал, и много оружия осталось с тех времен. Это вот оружие, которым, ну, уже, как говорится, больше 100 лет. Работы у казаков много, трудиться руками они не боятся. Разводят лошадей, крупный рогатый скот, у каждого свое охотничье хозяйство. У Сергея Соколова оно не маленькое, 7 тысяч гектаров. Причем охотничьи угодья служат не только для добычи мяса. Семья казака занимается и охраной животного мира на своей территории. Дети атамана тоже трудятся на благо казачьего общества. Дарья Казачка-ревизор занимается документацией, ведет просветительскую работу среди местного населения, помогает в организации соревнований. Сын Иван – фермер, обеспечивает село сеном, зерном и мясом. Причем прилечь детей к казачьей культуре в селе Анга стараются с ранних лет. Работаем с детьми методом погружения, так скажем. То есть казачья символика, казачья форма, лагерь с обращением казачьим. Занимаемся и военной подготовкой, значит, и песни поем, и танцуем, и изучаем костюмы. Вот. То есть, когда человек погружается в эту жизнь, он ей живет, с этого и вырастает, в общем-то, люди, патриоты, любящие свою родину. Надо же показать красоту вообще жизни нашей. Если ее не видеть, красоты, тогда и жизнь неинтересна. А так все можно сделать. А погрузиться в казачью культуру можно разными способами, например, через песню, наполненную народным духом и самобытностью. Такие песни исполняет коллектив «Селянка». Ансамбль носит название «Народный», прославляет родное село на региональных конкурсах. Казачьи песни у нас в основном современные в работе. Где присутствует казак. Мы уже считаем, что это казачьи. Они все же у нас боевые, такие, ну, веселые, задорные. Поэтому их мы считаем, что они казачьи. Вот и возили в Ангарск современные обработки. Две мы песни возили, да? Акулина и что-то еще. Люба. То есть полюбил казак Любушку, вот эту Любу, значит, она уже казачья. Все-таки казаком может стать не каждый, ведь звание казака еще нужно заслужить. В первую очередь, это соблюдение всех казачьих заповедей, строгое следование уставу. Кстати, устав Ангинского хуторского казачьего общества был принят не так давно, 28 февраля 2019 года. Анатолий Иванович, правнук первого атамана Иркутского казачьего войска, рассказывает, самая суровая присяга у казаков, ведь клятву казак отдает перед Богом. Он зачитывает присягу, специально там текст, зачитывает присягу, а затем клянется. И целует животворящий крест и Евангелие. Это он, то есть, перед Богом поклялся. Если он изменит присяги, то его Господь Бог покарает за это. И много случаев, примеров было, которые уходили от нас из общества казаков и, короче, предавали. И они это думают, так-сяк. Некоторые в автомобильную катастрофу попадали. Хоть присягу каждого казачьего войска своя, смысл она несет один – будь предан своему народу. Так делают и в Ангинском казачьем обществе, помогают нуждающимся, пропагандируют здоровый образ жизни и возрождают настоящую казачью культуру. Анастасия Шумилова, Денис Мурашов, «Середина земли», Иркутская область.
Это кропотливый труд. И на выставке одна женщина сказала, говорит, я видела, художник с слюнями там типа мажет все это дело. Это ж типа так неэстетично и так некрасиво. Но я ей попытался сказать, что это нормально абсолютно. Это традиция такова. Поза лотоса, колонковые кисти и специальные краски. Николай Дудко – человек редкой профессии. Он рисует танка, буддийские иконы. Сегодня трудится над иконой против коронавируса. В буддизме на все есть ответ. А раз ответ такой существует, то, как говорил Будда, если можешь что-то сделать, помоги, старайся это сделать. Вот я стараюсь это делать. На грунтованной бязи – черный хаегрива. Божество, которое поможет преодолеть пандемию. Против эпидемии есть мантры, практики, духовная медитация, а есть просто – изображение. И уже через пару месяцев Николай Дудко планирует его закончить. Художник уверен, оно будет работать в пространстве, да и ко времени завершения иконы надеется, что пандемия сойдет на нет. Это все зависит от количества деталей, от количества персонажей, которые здесь и так далее. Поэтому это все кропотливый, ежедневный труд, но он очень радостный, он очень такой благостный, и мне очень приятно этим заниматься. Художник с кистями с 4 лет. Говорит, танка – это история его кармы. Учиться такому каноническому искусству нужно долго и серьезно. Печально, но в Бурятии последователей у него практически нет. Образы для икон, конечно, из головы не возьмешь. В написании танка нужно придерживаться норм и канонов буддизма. Меня заинтересовал буддизм как форма помощи самому себе, как аспект эволюции. Буддизм как аспект эволюции – это фантастика. Буддизм – это духовное наполнение человека, это его… Буддизм дает те устремления или те ориентиры, куда надо человеку двигаться. Так и двигается Николай каждый день. Маленькими мазками с минеральными красками шафрана и кошенила в своей мастерской он рисует уникальные картины, которые точно кому-то помогут и навсегда будут вписаны в историю буддизма. Мария Латышева, Вячеслав Батоев, телекомпания ТВ.ком, специально для «Середины земли». Всемирная федерация стрельбы из лука официально объявила 14 судей Олимпийских игр 2020 года в Токио. В судейскую коллегию впервые вошел и монгольский арбитр Энгбат Сарул. Соревнования по стрельбе из лука Токио 2020 пройдут с 23 по 31 июля в парке Юминосима. Представлять страну в этом виде спорта на Олимпиаде будет монгольский спортсмен Откан Болт. Стрельба из лука включалась в олимпийскую программу в общей сложности 17 раз после игр в Сент-Луисе 1900 года, а лучники 8 раз участвовали в Олимпийских играх. Сарул, 35 лет по образованию, он юрист и переводчик с французского языка. Стрельбой из лука занимается с 2007 года, судьей стал 12 лет назад. Его отец Энгбат вырос на катке, а мать Цецги выросла в семье стрельцов из лука. Он судил чемпионаты Азии 2013 и 2019 года. Молодежные чемпионаты мира 2015 и 2021, чемпионат мира 2016 года, студенческий чемпионат мира 2016 года, универсиаду 2019 и третий юношеские олимпийские игры 2018 года. Таким образом, впервые монгольский судья будет судить олимпийскую стрельбу из лука. Кстати, в 2018 году впервые в Монголии в национальном парке построили площадку для стрельбы из лука, что внесло ценный вклад в развитие стрельбы из лука в Монголии. Таким образом, впервые монгольский судья будет судить олимпийскую стрельбу из лука. Сити Ньюс, середина земли, Монголия.